Именно здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, Кузи, Обливион, Шеверина, Элса, они же дрожащие острова и обелиск, который я хочу сейчас попробовать закрыть. Я не помню, можно ли их закрыть до получения непосредственно официального задания, которое будет нас просить это сделать, но можно попробовать. Попытка, как говорится, не пытка, да и вообще. Ой, надоели мне эти твои мерзкие стрелы. Так, нет, это оставим. Надо еще... Ой, надо разгрузиться, потому что кошмар какой-то с этими мелочами, которые на инвентарь меня просто забивают. Лох. Главное только попадать по ним, потому что дрыдрические стрелы. Они у нас вот один раз и все. Да, это не водится. Спокойно, дядя. Да ты, блин, я думала, он уже умрет с этой стрелы. Ну вот. Черт. Так, где-то есть. Вы уж не обращайте внимания на мой слегка осипший голос. Такое случается. Так уж получилось. Так. Можно я... Да-да-да, ты что-то там слышал, я рад за тебе. А поместить сердце, да. Ему не понравился. Ай, черт, он меня заметил, как он это сделал. А до этого же... Как? А, он не на меня даже согрелся-то, господи. А я вышла из инвиза, уже мочиться приготовила. Насмерть. Ну ладно. Забавно. Откуда он вылез, этот чувак? Он где-то там ходил, что ли? Ну, по всей видимости. Слушай, а ты как бы это самое... Подожди минуту. Ты душу-то можешь отдать мне? Я забыла. Они умеют душу? А, не, они же, наверное, как люди, да? Я не помню. Ну-ка. Да, они не могут отдать мне душу свою несчастную. Так. Ну, в принципе, у меня этих сердец порядка уже навалом. А, слушай, так это может быть... Не одно сердце даже надо, а много. А сколько? А, вот, все, хватило. Три сердца надо. Ой, зачем я подобрала? Все, минус обелиск. Замечательно. Отвалите. Да-да-да, в этом прикол весь. То есть ты туда пихаешь, перегруз происходит, они выплескивают еще одного рыцаря порядка, ты с него сердце получаешь, еще раз суешь его в обелиск и так далее. Ну, в принципе, мы, кстати, с вами уже столько понабрали их, этих сердец, что можно было бы тупо подбегать к обелиску. Главное, вот те колдунишка и второй этот рыцарь, они меня вообще не видят. Не знаю, потому что я тут их собрата уничтожаю. Нормально, короче. Нормально. Так и будем, значит, делать. Так, дай-ка я вылечусь, пока не началось. Там есть лагерь. Вообще хотела бы какую-нибудь деревню найти, чтобы словить там квест, но... Увы. Так, ну, лагерь. Хотя, нахрена мне тут лагерь так-то, если подумать, да? А с другой стороны, а чё нет? Замечательно. Не знаю. Ну ладно, ладно, давайте сходим. А потом сразу в город, потому что... Что-то как-то на моей памяти, мне казалось, здесь, знаете, погуще будет всего. Может, я, конечно, слишком много хочу от Обливиона. Бешеный лагерь. Прекрасное название. Мне как-то... Вот что такое? Успею, думала, знаете, что-то лежит. На камешке, а это вон что. Так, ну тут что-то как-то никого нету. Кроме меня, чуть никого. О, там деревня. А, чувак, здрасте. Что у вас тут есть? Шляпка, шляпка, шляпка. Ничего, если я вас немножко оберу. Сударь. А, вы еще и женщинка. Трансфера... Какой есть какой? Трансферованный еретик. А чё, каким местом трансформированный? Вроде обычная баба. Дура, правда, но...
Слушай, подожди, там деревня. В деревнях просто побочные квесты, не хотелось бы их пропустить как-то мимо себя. Я помню, они довольно упорты. Ну, как и все здесь. Ну, как-то обиденько будет. Чё я бегаю в инвизе? Зачем? Так, подожди. Кольцо Каджета нафиг? За мной колечко, колечко с части. А я его одела, чтобы мне не тяжело было, да? А, ну да, да, потому что этот самый был же эффект побочный, неприятный. Слушай, а что тогда надеть? Кольцо свежести, ну не знаю. Вот кольцо войны мне, честно говоря, нравится чуть-чуть побольше. Выносливость, это, конечно, здорово. Но там только одна выносливость, а в кольце в этом там всякое разное. Хай кросс. Какие-то люди, здрасте. A stranger in town. But as I always say, a stranger is just a friend I haven't met yet. Как интересно. Hey, friend, do you think you could help me out? I'm caught a bit short at the moment. Сразу в долги к другу. Ну, марш отсюда. Вот монетка. Ну, держи, мне прям интересно, что ты ее потратишь. Thanks, thanks a lot. Че, мне одной монетки-то не жалко? Она же не 10 тысяч просит. The Gnarl are strange creatures. Спасибо, знаем. See you later. Так, а ты кто? Драскус Данус. Слышь, ты на меня грязь-то не это самое. Speak, madman. Женщина, ну как всегда. I understand that the hearts of order you find on the knights can be used to unlock special chests. Да? Спасибо за информацию. No, no, don't come any closer. I have to finish my morning survey of the dewfall at four precise locations. Do you have any shoes? No. Подожди. You're new here, so I'll try to be patient. Да, пожалуйста. I am compiling a taxonomy of every living thing in the Shivering Isles. The weather, changes in the moon and stars, and their interrelationships. Интересно. I must not be interrupted. My work requires the highest degree of concentration. I hope I won't have to repeat myself. Астролог, значит, да? Ну, мне бы интересно было послушать вообще еще раз. Что-нибудь еще точнее. I have no time for idle chatter with dilettantes. When I'm finished with the Encyclopedia Shaothia, you may study it to your heart's content. Хм. Ну, все-таки, может, ты как-то поделишься информацией? My work is far too important to trust to you. Ну, очевидно. So? О, она меня вообще не любит. Так, хорошо. А. Окей. Понятно. Так, ну, ладно, ладно, я вижу, что капает времечко, все такое. Да что ты говоришь, это мы еще посмотрим. Ну вот видишь, ты меня уже почти любишь. Господи. Угу. What a great story. Вообще. Get away. With goodness. What can I say? Ну что, теперь ты меня любишь и все равно мне расскажешь? You're offering to help me with my research? Нет. Well, I suppose I could find a use for you, despite your lack of training. Here's the list of things I need. Get me everything on it. Try to remember where you found it, so you can tell me. It's important. Чё? Нет, по... А, у меня есть интересные образчики. А чё она хотела-то? Ладно, допустим, у меня, может, что-то есть? Ты посмотри в сумке, может, тебе что пригодится, чтобы я 20 тысяч раз не бегала. Excellent. I'll just take them. Я не знаю, что она взяла. These are perfect for my research. Thank you. Now go. Shoot. Ха-ха, нормальная мать. Подожди, что ты там... 10 золотых? Что вообще? Цветок острова не зря взяли. Подожди, где эта бумажка-то? Список Мерили. Что там? Так, я Мерили, тра-та-та. Плото Алоказиц. Так, это черная смола, шляпка волдырника, затвердевшая гниль, дигестивная слизь и хор литры, огненный гриб. Что-то она как-то до хрена хочет.
Короче, надо подбирать все. Я... Слушай, смотри, она реально вот просто все, что у меня было, она все забрала. Вон, смотри, сколько. Так, может, она все и забрала, слушай. Она эссенцию пустоты забрала, сволочь. А я все или еще что-то можно? Ну. Тут скотина какая. Ой, боже. Ну ладно, допустим. А еще что-нибудь тут есть? Боже, это же, посмотрите, еще как-то вычислить, что я там подобрала, что я там не подбирала. Ну это, грубо говоря, бегающая кругами, блин. Вот что попадается, то бери, а потом приди сюда, и, может быть, ты принесешь ей то, что ей нужно. Потому что сверяться каждый раз с этим списком, что, больная, что ли? Это ж дубу дашь. Так, ну хорошо, ладно. Пойдемте тогда обратно. Ой. Что за форт, хоть отметить его? Шляпки теперь грибов всякие подбирать, блин, чтобы она подавилась ими, я не знаю. Вообще, зачем мне это? Это, знаете, это как вот эти собирательные квесты. Черт. Он меня заметил так не вовремя. Блин, такие жуткие, посмотри на них. Сшитые от ранах из плоти. Отдашь мне свою душу, тварь. А, нет, не успела. Чё-то он быстро умер. Эссенция пустоты, кстати. Надо запомнить, что она... Ой, боже, посмотри на это. О, смотрите, как от него воняет. Но чувствительный нюх этого пережить, ну, никак не может. Так, Эброкка. Чё-то знакомое название. Ну, окей. Не, ну я не буду сейчас с ними вошкаться, потому что я иначе вообще не дойду никогда никуда. Хотя можно было бы, кстати, чтобы не тратить. Может, здесь не очень далеко. Не знаю, чувствую, я скоро... Здравствуйте. Снова начну фаст-тревелом бегать. Здесь, конечно, все красиво, все очень здорово. Но здесь что-то как-то пипец, очень много врагов. Вот что меня смущает. Ты не успеваешь... Не знаю. Шагу сделать, уже кто-то тебя атакует. И так, пока на каждого время тратишь. Черт, я тут не заберусь. А как бы так собраться-то? Чёрт. Подожди. Показалось. Может, тут смогу как-нибудь скарабкаться? Нет, вряд ли. Очень сильно вряд ли. Ну, хотя что-то как-то получается. Но нет, на этом, я чувствую, все закончится, да? Весь мой подъем великий. А тут? Тут как-нибудь... Эть. Это труп? Это труп. Значит, это была, значит, я тут могу подняться. Логика. Слушай, Кузя просто вообще жжет. Ох, красота. Так, вот она, дорога. Вообще, я чувствую еще так пара серий вот таких прогонов, и я точно начну опять фаст-тревелом пользоваться. Чтоб не тратить просто банально ни свое время, ни ваше. Зачем я этим занимаюсь, боже мой? Надо забить на эту женщину, пускай сама себе все ищет. Лес зеленых поганок. Так, вот там вот форт, кстати, еще один есть. Я очень хочу его отметить. Но, блин, нет, давайте отметим. Он совсем рядом. Просто что потом, когда нас отправят сюда, нас наверняка отправят, чтобы можно было сразу... Ну, кто там опять-то? Телепорт... А, еретики. Ого, ни хрена их сколько, слушай. А чё это вас столько? Отвали. Ай, рановато на кнопочку нажала. Так, понятно, пускай она там сама падает с высоты. С высоты. Стоп, подожди. Что у тебя есть? Ничего у тебя нет. Слушай, я потом не собираюсь забираться тут, я тут, потому что не заберусь, скорее всего. Я просто боюсь, вдруг у них что-нибудь в инвентаре важное, квестовое там. Ну, вы понимаете. По-моему, их было трое. Вот, третий, отлично. Слушай, давай в другую сторону. Блин. Ну не уходи ты, ну. Ты потом сейчас свалишься и все. А у тебя в инвентаре какая-нибудь важная квест твоя. Нет, нет, стой.
Главное, еще так умирает и там что-то сбоку четко. Забавно, да? Фейн. Просто Фейн, да? Ну ладно. Красота. Так, вон они, ворота. Оно сохранится. Там столько бегаем, сейчас наверняка где-нибудь что-нибудь вылетит опять. Ау. Вот когда смотришь себе под ноги и спускаешься, спускаешься четко по спуску. То есть по склону. А когда смотришь вперед или там наверх, как-то нифига не пойму. И в итоге случаются падения. Я что-то по мне туда немножко заворачиваю. А, не, нормально, нормально. Господи, тропы не убирают, вообще ничего не происходит. Было бы прикольно, если бы в ТС-6 неписи трупы оттаскивали. Это, конечно, вряд ли. Но было бы прикольно. Я знаю, что есть мод... Ой, пардоньте. Есть мод на то, чтобы трупы со временем, ну, сгнивали, пропадали. По крайней мере, в Скайриме. А хотя не, по-моему, в Обливионе тоже. Вообще, по-моему, этот мод изначально для Обливиона делался. Так, классификатор, бла-бла-бла, понятно. Ой, ну нахрен ее. Так, что хотел? А, да, чашка. Надеюсь, это полудурок наркоман не спит еще. Сволочь. Дрянь мне всякую заставила жрать. Я могла, конечно, ее не есть, но тогда бы я оттуда живой не вышла. Вообще. Потому что там сила, ловкость, все падало. Я бы ни отпор не смогла дать. Ни ползать. И столько голышом там бегать в инвизе, знаете. Что-то я как-то немножко не туда зашла. Ладно. Черт, вообще не туда. Ай, забыла, что здесь ничего нет. Мне почему-то постоянно кажется, что вот там, вот тут, куда я сейчас побежала, вот там вот внизу есть дверь. В манию. Но каждый раз я обламываюсь, потому что ее там нет. Слышь, урод. The triumphant champion returns. So, do you feel any different now that you've been through this experience? Иди ты в жопу со своими ощущениями. You know what it's like now, always wanting that next fix, hating it but craving it at the same time, and hating yourself for all of it. Но к себе нет. Даже к тебе, да? All over now. The chalice helps, doesn't it? Indeed it does, and I could use some helping right now. I'll just take that back from you. Скотина. And as a token of my gratitude, I grant you the role of courtier of mania, with all of its entitlements. Which is to say, none. Спасибо. Спасибо. Вот прям молодец. Спасибо, мужик. Так, а где, кстати, что-то ничего не появилось? Так, леди паранойя. Да, кстати, вот она как очнулась там вообще, ли она до сих пор дрыхнет. Вообще теоретически она должна была уже в себя прийти. Сейчас дадим задание, все. Здрасте. Я тут мимо проскакиваю. Ничего вас не смущает? Кстати, сидит такой шагорат, и так хренак через зал слева, точнее справа налево, Кузя такой прыгает. Так, сил. Алло. А, Нейлерин, ты прям вовремя. Здесь Нейлерин, она, кстати, предательница, ты знаешь. Кстати. А, ой, простите, я вас что-то перепутала, вот так похоже. Это все наркоманские грибы, они плохо на меня влияют. What news do you have to report, Inquisitor? Have you found who is responsible? А, ну да, за этим стоял Мьюрин. Is that so? Угу. I shall have her brought to the torture chamber at once. Meet me there shortly. Не обязательно при этом присутствовать, а?
Это кто? I am Kiflin, steward of Lady Syl. Класс. Unless you have reason to be here, your presence is unwelcome. Да что ты говоришь? Еще ты мне поговори об этом. I don't know anything about a conspiracy. Да я знаю, что ты ничего не знаешь. Sometimes a sharp blade is the best way to kill a flesh atronach. Что логично. Bye. Перерезать эти все стежки, швы, они развалятся. Классно же. Было бы, кстати, здорово, если бы еще в ТС-6, знаете, добавили, зависимость от того, куда именно ты бьешь. То есть бьешь ты там в колено, персонаж падает на это колено, если урон такой хороший пройдет. Если бьешь по руке именно, то есть шанс выбить оружие, знаете, вот такого вот плана. Было бы прикольно. The penalty for this treachery is death, and is to be carried out immediately. Короче, награда за предательство — смерть. Она умерла? You see now what happens when those who oppose me fail, which they always do. I'm pleased with your work, Inquisitor. As a token of my appreciation, I shall spare your life and make you a courtier of dementia. In addition, accept this bow. Ooh. May your enemies fear you and never know from where or with what enchantment you shall strike. Слушай, ты вот прям знаешь. Слушай, ты мне нравишься больше. Спасибо. Гибельная грань. Я надеюсь, это нормальный лук, а не какое-нибудь говно. Отлично, мы опять перегружены. Что ты, твою Машу? Ну, симпатичный, слушай, прям... Прям подходит там и по цвету, и по виду. Ага, слушай, спасибо. Женщина 26 кг. Ладно, нужно избавиться от руды. Давайте колечко сейчас тебе надень. Спасибо, спасибо. Теперь, когда меня приняли при дворах обоих герцогов безумия, следует вернуться к Шиагарату и рассказать о моих достижениях обязательно. Подожди, ты обезьяна. Можно, кстати, к ней домой заползти, там этот дядя Лео. Все такое. А что, я не могу ее изучить? Нет. Чёрта, фу. Так, ну хорошо. Давайте тогда по пути будем бежать, заглянем, господи. Зайдем к Шиагарату. Посмотрим, что он нам там скажет. Угу. Здрасте. И, может быть, он нам выдаст какое-нибудь задание, чтобы опять же не париться. Здрасте снова. А, вот что это за звук. Привет. Ну, конечно. Well, look who's... Well, well, you've experienced both shades of madness. Wonderful. You seem fulfilled. Full of fill. Bursting at the seams. Seamless. Now, to the meat of your endeavor. The crux of the situation. The reason for your being here. And the likely cause of your death. Поподробнее с этого момента, вот про смерть. You'll be stopping the Grey March, altering the course of events, breaking the cycle. С чего бы это? A fly in the ointment, a new cause for a different effect. We're going to change things. No, things will be different this time around. You'll be my champion. You'll grow powerful. You'll grow to be me. Чё? Prince of Madness, a new Shiagoras. Упал, что ли? Or you'll die trying. А можно я не буду пытаться? Почему я вообще? Как я вообще могу быть доидрическим принцем? A fair question. You won't really. At least I don't think so. But you'll have power. My power. Try not to lose it. It's a pain to replace. But for all intents and purposes, you'll be me. A me to fight the him, since I won't be around. It's simple, really, if you don't think about it. Нормально, да? То есть ты свалишь, а я буду там драться с кем-то от твоего лица сейчас. Почему я вообще? Иди сам делай все. Because you seem a nice enough sort, and you've made it this far. And if you don't... I'll swallow your soul and vomit it into the ever-filling chamber pot of the ages. Это что, угроза, что ли? But mostly because I asked nicely. Это nicely было?
Ты где сам будешь, интересно, в этот момент? Not here. Didn't I say that? I'm never here when Jigalag walks. It's one of the rules. I've told you too much for now. Listen to me, prattle on. I can see your mortal brain straining. We'll talk more later. Ладно, что дальше? Now, you've seen the great torch that burns brightly over Nusheoth. No, because it doesn't. It should, but it doesn't. You'll fix that. You'll go to Sylarn and bring back the Flame of Agnon to relight the torch. Oh, and take care with my minions at Sylarn. In their eternal quest to please me, they're constantly fighting over Sylarn. It can be tiresome, but really, it's divine. Divinely tiresome. Well, that's your problem now. Off with you. I don't want to see you again until the great torch is lit. I wouldn't want to have to hurt you much. Oh, don't forget to make use of dear Haskell. Between you and me, if he's not summoned 3 or 4 times a day, I don't think he feels appreciated. Что за великий факел? The great torch shines brightly above Nusheoth. A beacon of hope for all the citizens. Олимпийский огонь, что ли, верш местный? Except it doesn't. It's gone out. Happens every time the Grey March begins, which it has. Господи, драконьи огни. Makes all of my subjects uneasy. Факел. Tense. Homicidal. Some of them at least. We need to get that torch relit. Or the place falls apart. Да, где-то я это уже слышал. Не так давно. It's what's used to light the great torch. Haven't we covered this? You'll find it in Sylarn, guarded by my saints and seducers. Понятно. Что про Сайларн-то хоть расскажешь? That's where you're going to get the flame of Agnon. Oh, не ори на меня. And fetch the flame. Bring it to the Sacellum. Light the great torch. How are you going to be me if you can't even do what me tells you? Логика просто железная. Слушай, а почему Джигалак приходит именно тогда, когда тебя нет? Или почему ты сваливаешь тогда, когда он приходит? Что за правила такие? He's on his way. So I'm on my way out. It's terribly inconvenient, don't you think? Да уж действительно. You're going to stop him, though. And the first thing to do is to make my people feel safe. Otherwise, they tend to go work for him. It's annoying to tell the truth. A bit hurtful. But they do it every time. Join up with the enemy and become priests of order! Я, кстати, твои обелиски потихоньку... Точнее, это не совсем, наверное, твои обелиски. В общем, джигалакские обелиски потихоньку валю, если тебе это интересно. They're getting more active every day. Not a good sign. You know what would be a good sign? Free sweet rolls! Who wouldn't like that? Да уж действительно. Shut them down where you can. Да делаю. And make sure to kill the priest you see around them. If you don't, they can reactivate the obelisk. Черт, а я одного там оставила. Вот блин, ну ладно. Но в следующий раз. Aren't you the curious one? You know what they say about curiosity, though, don't you? It killed the intrepid adventurer who really should just be doing exactly what I say at all times! You're going to stop the Grey March by becoming me. Or a version of me. You'll be powerful. Powerful enough to stop Jigalag. Понятно. Что скажешь про жрецов порядка? Они же вроде люди. They're the worst of all. My own subjects. Working for the enemy. It's enough to make an old Daedric prince get all weepy. Ну еще заплачь. It doesn't help that they're the ones who make the obelisks work. A little chanting, a little ritual, and poof! Knights of Order. Bad news. Ну да, чуть не очень. Kill them when you see them. But don't touch the corpse until they're really dead.
which they aren't until you deactivate the obelisk. А, ну да, помните, мы их не могли облутать, потому что они током били. Та, come visit again, or I'll pluck out your eyes. Ну какая радость, что мне так и так приходится к тебе приходить, прикольно. Я смотрю, ты совсем обезумел, да? Ну, смотреть в стены, это кошка ставила, это нормально. Так, ну вообще, в принципе, давайте в деменцию потихоньку. Так, нет, не дом деменции. О, красавчик, блин. Выход отсюда. Ой, блин, ну чужие. А я могу в доме деменции поспать, интересно? Кровать мне подарите кто-нибудь. Раскладушку хотя бы, я не знаю. Нужно утра дождаться, потому что я хочу забабахать. Crucible. Броню. Потратить, во-первых, матрицы эти дурные. И потратить руду. А потом эту броню, скорее всего, продать. Потому что носить ее, скорее всего, не буду. Потому что тяжелая броня у меня особо-то и не прокачана, в отличие от легкой. А, кстати. Как там выглядит-то все? Легкий доспех-то мне на 100, а тяжелый на 87. Мне, в принципе, знаете, нормально. Ну, конечно, там с поправкой на всякие бафы. Но, знаете, не так все и плохо. Можно было бы даже их и поносить. Потому что янтарная не очень классная, но они как факел. Если честно, в темноте слишком уж заметно. Где там был этот самый трактирчик-то у нас? Вот все лежит. Это женщина Берниста. Так, вот. Ну, это второй этаж, туда мы не пойдем. Там вот кто лужу-то, блин? Хоть, не знаю, доску положите. Ай. Чтоб пройти можно было. Так, нет, давай. Слушай, а что так грязно? Ты хоть это приберись, я не знаю. Скоро пауки гигантские заведутся. Да-да-да, постельку. Да-да, давай. Спасибо, свидания. Так, стоп. Вот. Ну и, в принципе, все, я думаю. Пойдем дождемся утра. Вот она, дверь моя любимая. А что я свечусь-то? А, у меня же колечко специальное, точно. В общем, да. Завтра с утречка пойдем в магазин. Избавимся от руды. И вообще как-то надо расчистить инвентарь. И дальше уже посмотрим. Кстати, где там Сайлорн? Не близок к полу, конечно. Не, что-то я чувствую, мы начиная со следующей серии начнем снова юзать активно Fast Travel. Ну, побегали, что называется, и хватит. В принципе, все, что можно было увидеть, мы увидели. А там дальше уже куда отправят. Если это не открыто, туда и побежим. В общем, да. Надеюсь, что эта серия вам понравилась. И если это так, обязательно ставьте палец вверх, оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь, зовите друзей, не забывайте, пожалуйста, заходить в группу ВКонтакте, читать новости, чтобы потом не спрашивать вопросы, на которые уже 10 тысяч раз были даны ответы, потому что это очень расстраивает. И, в общем-то, обязательно слушайте подкасты тогда, когда они выходят, потому что они, в общем-то, предназначаются как раз-таки для того, чтобы оповещать вас обо всех изменениях, о том, что будет на канале и всякое такое. Вот, все, ребятки, всем большое спасибо и до встречи в следующей серии. Пока-пока.